Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале. Сегодня у нас будет распаковка бумажных сюрпризов. И сегодня у меня новиночка. Это тортики. Вот такие вот тут пакетики. Я в прошлом видео как-то говорила, произнесла спойлер, что хочу сделать такую коллекцию. Вот. И давайте с вами выберем тортик вот этот. Далее наша прошлая новиночка. Это идеи для бумажных сюрпризов. Я помню, что просили выбрать вроде бы с авокадо. И второй, я не помню какой, но давайте возьмем вот этот. Далее стикеры краб. Так, давайте с вами возьмем вот этот веселого. Праздничного. Котики. Давайте с вами возьмем вот этого. Hello Kitty костюмчики. Остался последний пакетик. Угадай одежду принцессы. Давайте с вами возьмем розовый. Итак, мы заканчиваем наш с вами старенький каталог. Наконец-то. У нас здесь осталась коллекция Hello Kitty костюмчики. Так. И нам попадается вот такая вот Hello Kitty в таком костюмчике в виде динозавра вроде розового. Так, и вот сюда вот. И вот такая вот у нас коллекция получилась. Тут вот такие вот костюмчики. И вот такие вот. И на этом все. Мы прощаемся с этим каталогом навсегда. Он уже вот такой вот пухлый у меня. Очень много там коллекции. Ну и переходим к нашему основному каталогу. Так, первая коллекция здесь, это угадай одежду принцессы. В прошлом видео нам попалась вот такая вот одежда. И кто правильно угадал, в ваших комментариях будут здесь. Это, конечно же, платье Мулан. Так, приклеим вот сюда. Ой, кривенько. Ну ладно. И это тоже костюм Мулан, когда она шла вместо отца воевать. Мулан мы уже точно закончили, все. Нам больше не попадется ее одежда. Так, открываем. Что же в этот раз? Ой. И нам попадается вот такой вот костюмчик. Наверняка вы знаете. Пишите в комментариях, и в следующем видео мы приклеим. Так. Так, переходим далее. Коллекция краб, стикеры. А нет, сначала у нас коллекция котиков. Стикеры. Так, открываем нашего котика. Где его тут открыть? Нам попадается вот такой вот котик, который держит рыбку. Так, она под номером 3. Номер 3 у нас вот сюда. Следующая это коллекция краб стикеры. В прошлом видео нам попался краб с попочкой. А сейчас смотрим. Так, 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 так. Нам попадается вот такой вот краб.
морячок. Так, посмотрим, под каким номером. А, тут же без номера. Точно. Я забыла. Совсем забыла. Тут по силуэту. Значит, это на второй страничке. И какой же у нас силуэт к этому? Непонятно. Под номером 5 вроде бы не может быть. Но получается на прозрачную пленочку. Если что-то пойдет не так, то мы снимем с этой прозрачной пленочки. Вот такой у нас краб. Так, идем дальше. Наша красная, что такое? Наша прошлая новиночка — это идеи бумажных сюрпризов. Я вот, как и обещала, сделала вставочку сюда. Вот. И нам уже попались тортик. Попался нам розовая тема и дизайн косметички. Смотрим наши два сюрпризика. Итак, первая коллекция. Это сделать коллекция Майнкрафт. Я его делала ранее. Да. А у нас тут попадаются очки, вот такие вот блестящие сердечки. Тоже как идея для коллекции сделать очки. Так, они под номером... сейчас посмотрим, каким. Так, под номером 23. 23. Это вот сюда вот. Вот так вот. И идея еще сделать стикеры такие, авокадо. А внутри у нас идея сделать, как я делала, Hello Kitty костюмчики. Я решила нарисовать в виде оно, в виде клоуна этого. Так, смотрим под номером каким. Под номером 25. Опять на этой страничке. Вот так вот. И, конечно же, давайте приклеим наши идеи пакетика. Так, давайте сюда. Так, и коллекция Майнкрафт. Сюда. Так, далее. Переходим к нашей новиночке. Я ее украсила вот так вот. Конфетками. Тут первая страничка. И вот тут вторая страничка. Открываем наш первый пакетик. Нам попадается тут обычный чизкейк. Вроде бы обычный тортик, но наверняка очень вкусный. Я вижу, что он под номером 1, сразу же вот сюда вот. Это такой самый простенький, остальные тортики вкуснее выглядят, чем этот. Вот такой вот тортик у нас. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Всех люблю, обнимаю и всем пока.